А получился у меня съемник, который поможет вам заменить подшипники в некоторых видах барабанов бетономешалок. Что хотелось сказать по конструкции. Я здесь применил шпильку М18. Оказалось, в моем городе она очень редкая. Идет М16, а потом идет М20. Поэтому, когда будете проектировать такой съемник, учтите это. Ну и обязательно резинки под лапки, чтобы защитить сам барабан от продавливания, либо от повреждения. Такой съемник уже был в моих прошлых видео, и подписчики очень просили сделать такой съемник и показать его размеры. Наконец-то у меня дошли руки, я его сделал, показываю вам, берите, пользуйтесь. Как пользоваться этим съемником было на канале у меня немножко раньше. Если кто хочет посмотреть весь ролик, переходите по ссылке в описании под этим видео. Ну а теперь оцените эту самоделку лайком либо дизлайком, напишите свой комментарий, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем желаю добра, удачи и хорошей теплой погоды.